Всем большой привет! Хочу показать вам своих готовых птичек. Первая у меня связалась вот такая. Она однотонная. Такой у нее небольшой хохолок, хвостик. Самая моя первая птичка, с которой я начала вязать свою коллекцию. Следующая была вот такая птичка. У нее уже побольше тела. Первая, видите, тело маленькое, голова была больше. Другой немножко пробовала хвостик и вот такой хохолок. Вот, но этот вариант меня тоже не особо устроил. И я связала свою третью птичку. Выглядит она вот так. Теперь по сравнению с этой, моя первая кажется совсем простенькой. Здесь я уже учила все моменты с первых двух. И связала ее немножко другой. Вот такие у нее крылышки. Их можно так завернуть, так. Можно вообще их накрахмалить, и они будут держать какую-то особую форму. Ну, я оставила так. Смотрится очень симпатично. Такой у нее хвостик. Цвета можно придумать абсолютно любые. Сейчас следующую, которую буду вам показывать, как вязать. Я буду вязать из вот такого желтенького цвета одну птичку. И будут у нее крылышки, мордочка и вот здесь хохолочек белого цвета. Мне вот этого будет достаточно на одну птичку. А вторую буду вязать вот таким голубым цветом. То есть видео покажу и на той, потому что некоторые детали у меня уже связаны, например, как крылышки. Для одной птички, поэтому я покажу крылышки, как буду вязать голубым, а тело, как буду вязать желтым. Вот такие птички. Так что, если вам тоже захотелось связать, оставайтесь вместе со мной. Приступим к вязанию крылышек. Набираем белым цветом. Ну, в моем случае это белый, у вас будет любой другой цвет каемочки. Вот этот берем, набираем 5 воздушных петель. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Со второй петли от крючка, вот у нас первая, вяжем со второй. Фокус убежал опять. Так, столбик без накида. В следующую петлю вяжем прибавку. Но это получается прибавка, 2 столбика без накида. Первый мы вяжем также белым цветом, но не довязываем до конца, а подключаем нашу ниточку основного цвета. И довязываем. Получается, провязали первый столбик из прибавки. Теперь в эту же петлю вяжем второй столбик. Первую ниточку беленькую мы оставляем свободно, а вторую ввязываем в процессе вязания. Так, связали прибавку, следующий вяжем столбик без накида. И в последнюю оставшуюся петельку мы вяжем соединительный столбик. Это был наш первый ряд. Дальше делаем воздушную петлю. Ниточку вот эту голубую потом мы отрежем. Разворачиваем вязание, пропускаем первую петельку, первый столбик пропускаем во вторую. Так. А вот наша первая, во вторую вяжем столбик без накида, в следующую вяжем прибавка. Первый, второй столбик в одну петлю. Дальше снова вяжем столбик без накида. И еще один столбик без накида, но его не довязываем до конца, а подключаем нашу белую ниточку. Берем ее прям с нижнего ряда, она не будет потом сильно выделяться. Так, и довязываем наш последний столбик без накида. Последнюю петельку.
Далее вяжем 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. И со второй петли вяжем столбики без накида. Первый столбик. Второй. Третий столбик мы не довязываем до конца, а подключаем нашу голубую ниточку. Причем оставляем ее немножко свободной, потому что сейчас наша ниточка протянута, мы ее будем прятать. Получается, под ниточку крючок заводим и смотрим дальше, вяжем следующую петельку. Столбик без накида. Ниточка уже немножко спряталась. Следующую также вяжем столбик без накида. Еще один столбик без накида. Остается у нас 3 столбика. 3 петелечки провязать. В первую вяжем прибавку. Дальше вяжем столбик без накида. И в последнюю оставшуюся вяжем соединительный столбик. Довязали ряд до конца. Дальше делаем воздушную петлю. Разворачиваем наше вязание. И также во вторую от крючка петлю вяжем столбик без накида. В следующую петельку вяжем прибавку. Первый, второй столбик. Далее вяжем столбики без накида. Один, два, три, четыре. Дальше пятый столбик мы не довязываем до конца голубой ниточкой, а присоединяем, подключаем нашу беленькую. Подтягиваем и дальше довязываем 1-2 столбика без накида. Делаем 4 воздушные петли. 2-3-4. Разворачиваем вязание. Со второй петли вяжем 1 столбик. Второй столбик, третий, следующий столбик, четвертый. Мы до конца не довязываем, а возвращаемся к нашей голубой ниточке. Свободно ее оставляем, не сильно затягиваем. Теперь под ниточкой провязываем дальше столбики без накида до прибавки. Скажу, когда будет прибавка. Так, 2 столбика голубой нити провязали. 3, 4, 5, 6. Теперь здесь мы делаем прибавку. 7 столбик. Дальше столбик без накида. И в оставшуюся мы провязываем соединительный столбик. Навязали. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и опять со второй петли вяжем столбик без накида. Один. Получается, у нас всегда здесь один столбик без накида, далее идет столбик с прибавками. Один провязали, в следующий вяжем прибавку. Теперь также до конца крылышка вяжем столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И теперь в следующий мы вяжем голубым цветом, но не довязываем до конца, подключаем белую ниточку. Голубую подтягиваем. Довязываем оставшиеся столбики уже белого. 1, 2,
последний, третий столбик. Далее вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание со второй петельки. Вяжем сначала по цепочке 3 столбика без накида. Теперь по самому крылышку 1, 2 столбик не довязываем, а берем нашу голубую ниточку. Дальше под ниточкой вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем прибавку в следующий. И оставшийся 1 столбик без накида и последний провязываем соединительным столбиком. Дальше воздушная петля. Разворачиваем вязание. Вот это был первый столбик. Со второго вяжем столбик без накида. Следующий вяжем прибавка. И до конца ряда столбики без накида. По крайней мере, до смены цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующее провязываем голубым, но не довязываем. И возвращаемся к белой ниточке. Затягиваем голубую. Все, оставшиеся столбики провязываем белым. 1, 2, 3, 4. Остался у нас один последний столбик. Ряд последний. Так, набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вязание разворачиваем. Со второй петли по цепочке 3 столбика без накида вяжем. 1 столбик. Следующую также. 1 столбик. И третий столбик. Дальше по краешку самому вяжем 1 столбик. 2. Третий столбик не довязываем. А подключаем нашу голубую ниточку. Беленькую подтягиваем. И также под голубой ниточкой, чтобы она потом не болталась, мы ее сейчас сразу вяжем. Вяжем столбики без накида. При этом беленькую мы ввязываем, чтобы она нам больше не нужна, поэтому мы ее в процессе ввязывать будем. Первый столбик опять под ниточкой. Второй столбик. Видите, ниточку нашу не видно. 3, 4, 5, 6. Так, думаю, достаточно. Потом отрежем белую. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Следующим мы делаем прибавку. Так, в оставшиеся 2. 1 столбик без накида и в последнюю соединительный столбик. Связали наше крылышко. Делаем воздушную петлю, ниточку нашу. Сейчас мы обрежем.
Ниточку обрезаем так, чтобы еще оставалось для пришивания. Все, вытягиваем. Подтягиваем, крылышко наше готово. Здесь беленькую тоже можно сразу отрезать. Вот она вязана, ее и не видно. Ни с одной, ни со второй. Голубая тоже была вязаная, поэтому ее спокойненько обрезаем. А эту ниточку, оставшуюся белую, я вдеваю в иголку и провожу под столбиками. Потом тоже обрезаю. Все, готово. Крылышко второе вяжем точно таким же способом. Следующим давайте свяжем хвостик. Набираем основным цветом, которым вяжем. Набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Теперь тут же подключаем белую ниточку. Придерживаем белую, сюда же набираем. 5, 6 и 7 столбик. Ой, 7 воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь во вторую от крючка петлю мы вяжем 1 столбик без накида. Дальше вяжем второй столбик без накида. Теперь будем ввязывать беленькую. Третий. Не довязывая, присоединяем голубую в третий столбик. Белую ниточку теперь мы ввязываем, который кончик оставался, до конца. Столбики без накида. 1, 2. В последнюю оставшуюся мы вяжем соединительный столбик. Делаем воздушную петлю. Разворачиваем наше вязание. И вот это первый столбик. Со второго. Нет, вот здесь второй будет. Со второго вяжем столбик без накида. Второй столбик без накида. Третий. Мы не довязываем до конца. Присоединяем белую. Дальше. Четвертый столбик. И последний, пятый столбик без накида. Теперь так же, как в крылышках, вяжем 4 воздушные петли. Связали, теперь разворачиваем 5 вязания со второй петли. Также вяжем столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый до конца не довязываем, подключаем голубую ниточку. Так, дальше вяжем столбик без накида. Первый, второй уже голубым цветом, третий и четвертый мы делаем соединительную петельку. Воздушная петля, разворачиваем вязание, снова со второй петельки вяжем столбик без накида, второй столбик без накида, дальше третий, четвертый и пятый столбик без накида голубым цветом, но не довязываем. Провязываем уже беленьким цветом. И оставшиеся 2 столбика без накида мы вяжем белым. Снова делаем 4 воздушные петли. Если вы хотите подлиннее, чтобы было, можно сделать больше воздушных петель. У меня устраивает 4. Так, разворачиваем вязание. Со второй петли мы вяжем столбики без накида. Первый, второй, третий
четвертом столбике не довязываем до конца, а провязываем голубым цветом. Подтягиваем немножко беленький. И дальше до конца ряда уже вяжем опять столбики без накида голубым цветом. До последней петельки. Потому что в последнюю мы будем вязать соединительный столбик. Так, вот она наша последняя. Все, провязали соединительный. Вот такой у нас получился хвостик. Вытягиваем ниточку и обрезаем, оставляя при этом для пришивания. Вытягиваем. Беленькую тоже можно обрезать. Вот эту иголочку я и спрячу внутрь. Такой хвостик у нас получился. И будем вязать наш хохолок. Он у меня состоит из трех частей. Каждая больше на один столбик набирается. Сейчас покажу, как их вязать. Так, первый, самый большой. Покажу на примере самого большого. Набираем. Пять воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять. А нет, это средний. Для большого самого набираем 6 петель. 6. Теперь со второй петли вяжем столбик без накида первый. В следующую петельку второй. Третий. Четвертый. В оставшуюся петлю мы провязываем 3 столбика без накида. В одну петлю. Один, два, три. Так, развернулись на другую сторону. По другой стороне вяжем. Один, два, три. И в последний четвертый столбик без накида. Теперь здесь я делаю в первый столбик соединительную петлю, чтобы оно немножко закруглилось. Все, ниточку обрезаем, вставляем для пришивания. И это была наша первая часть, первая деталька. Это нам 6 столбиков. Вторая, мы набираем 5 воздушных петель. Ну и самая маленькая, набираем 4 воздушные петли. Принцип тот же самый. Провязываем столбики без накида по одной стороне, в последнюю петлю 3 и столько же столбиков без накида по второй стороне. В следующем будем вязать с вами ножки. Ножки вяжутся, набирается 6 столбиков в кольцо амигуруми. Кольцо стягивается. И следующие два ряда вяжутся просто 6 столбиков без накида. Две детальки. Набрала 6 столбиков в кольцо амигуруми. Кольцо стягиваем. Далее второй ряд вяжем 6 столбиков без накида. Первый столбик. Второй столбик. Третий, четвертый, можно чуть-чуть вывернуть, чтобы он вовнутрь не закруглялся. Так, четвертый, пятый столбик. И последний в этом ряду, шестой столбик без накида. Следующий ряд вяжем снова 6 столбиков без накида. Всего у нас 3 ряда. 1, 2. Так, первый. Второй. Третий.
и шестой столбик. Делаем дальше соединительную петлю и ниточку обрезаем. Оставляем для пришивания. После мы вот эту ниточку можно обрезать, чтобы она нам не мешалась. Нам все равно не нужна будет. После мы с вами сошьем вот здесь отверстие иголочкой и перешьем к туловищу нашей птички или попугайчика, кому как. По мне, так вот это попугайчик, а первые две это были просто птички. Две таких детальки вяжем. Дальше вяжем носик, но я его не буду показывать, потому что очень неудобно на камеру. А расскажу на словах. Набираем в кольцо амигуруми 3 столбика без накида. Вот они вот такие носики. Первый ряд получается 3 столбика без накида в кольцо амигуруми. Далее второй ряд также по кругу вяжем в каждую петельку прибавка. Итого будет 6 столбиков без накида. Третий ряд вяжем столбик без накида, прибавка. Так будет 3 раза. И четвертый ряд мы вяжем 2 столбика без накида, прибавка на 3 раза. И все, ниточку обрезаете, закрепляете и оставляете для пришивания. Я письменно еще оставлю под видео описание носика. Такой вот он. Была первая часть видео по вязанию птичек. Во второй части сейчас мы связали крылышки, ножки, носик, хохолок и хвостик. В следующей части покажу, как вязать тело и как вязать голову. Я буду показывать с переходом цвета голову. Если кому-то будет приглянется больше однотонная, то описание однотонное оставлю под видео. Так что увидимся с вами во второй части.